Яңалық телевидение хайферінді башқы тілінді әдірләнген яңылықтар сағаралышы. Студияла Лиана Билалова қауымықығыз. Сираттағы инвест сағаты 30 июль район хакиметінде өтті. Район хакиметі башлығы оның урынбасардары хәм түрлі ведомство уәкілдәріменә сұрашуға Максим ауылынан шақси ешқуар Александр Шейсламов келді. Ике атна әлік кіна ол Яңауылда юрт хайуандарын дауалар үсін шақси ветеринария клиникахын асты. Шул вақыт ісінде оның пациенттары болып, 20-нен артық 4 аяқлы дұстар болған. Бүгінгі күнде ол клиникала өзегін әшілей, әмі оның планында персонал яулап, диагностика өткәрі үсін қиметлі аппарат, хәм теш дауалар үсін құрамалаларға. Район хакиметі башлығы Ильшат Вазигатов бұл проекті қыдықлы хәм перспективалы деп айтып өтті. Ішқуарлық бөлігі білгістері дәулет ярдамын алырға мүмкін болған юлдар тәғдим етті. Идея сама как бы еще во время учебы возникла, что у нас на районе нет частной ветеринарной клиники, надо создавать все это. Далее отучился, вот, проработал немножко, набрался опыта, вот и решил уже самостоятельно работать. И вот открыл, то есть открыл клинику и теперь уже работаю. Услуги стерилизации, кастрации, то есть плановых операций и лечение и, конечно же, вакцинации, профилактические мероприятия. В связи с урбанизацией, то есть люди переходят в городскую среду, приобретают больше кошек, собак. Соответственно, они болеют, надо профилактировать, лечить. То есть услуга нужна. В плане создать рабочие места и нужны ассистенты, нужен будет администратор клиники, ассистенты. Нужен будет врач, с которым проконсультироваться, обсудить. Пандемия башымынан коронавирус ұсырағы расланған пациенттар ханы Башқұртыстанда 6815 кіші тәшкел етті. Біз районыбыздағы хәлді көтәтуді дауам етәбіз. Бұның тұрағында тулығынса табиб, эпидемиолог Гүлсесәк Нурлина хөйләп өтесәк. По состоянию на 29 июля в Яновольском районе зарегистрировано 171 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 8 пациентов со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Яновольской ЦРБ. 2 пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска, 6 пациентов переведены в республиканские учреждения. 36 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 112 пациентов. Итого на данный момент в районе 52 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под наблюдением находятся 78 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 21 семейный очаг, где заболели коронавирусной инфекцией 55 яноульцев. Все подразделения Яновольской ЦРБ работают в режиме повышенная готовность. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период с 22 по 29 июля в районе выявлены 25 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжать соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях. Сохраняйте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы. Утты қабыдың социаль проекты біздің районда өткен елдің июнінде старт алды. Онда хаулық мүмкінліктәрі сикленген кішілергіне түгіл, көп ханлы проект партнердары, тренердар, волонтердар, хам битараф болмаған кішілерді қатнашты. Душанбе 27 июль байрам атмосферахында өтті. Оның ұйыштырусығы Яңауыл район қатын-қыздар советы Юмбақ Яханы. Благодаря этому проекту у нас появилась у совета женщин, я так скажу. Проекттің қонақтарын район өзек китапханахының асық оқу залында қарша алдылар. Сәлемләу хөдімінен бүті қатнашушыларға Яңауыл район қатын-қыздар совет рейсі Ильхиер Проскурюкова мүрежағат етті. Ұйыштырушылар белгілеуінше көп ханлы партнердар һәм волонтердардан башқа бұл проекты тұрмышқа ашырып болмас ине. Бұл күнде проекттің активистары хөрмәтлі грамоталар һәм бүләктәр менән бүләкләнді.
Был проект Нефтекама и Жау Сарапыл қалаларының бүті Рәсей Хоқырдар Ямғияты урындағы ұйышмалары менен тығыз бейләнішті юлға қалырға ярдам етті. Был күнді олар Шылақ Байрамға сақырылды. Айрым Бүләк менен проекттің ең әудім қатнашыпсығы Владислав Глухов бүләкленді. Байрам китапхана бинағында дауам етті. Бұнда шоу-даун үстел теннисі бойынса ярыштар өтті. Бұл ойында ойнарға тілеусілер ханы арта бара. Олар арасында үстел артына бірінші тапқыр басылсылар да бар. Подвели итоги по завершению реализации проекта «Включите свет» за счет фонда президентских грантов. Проект был очень сложный. Во-первых, мы взяли очень много направлений. Но несмотря на то, что сложно мы реализовывали этот проект, я очень довольна. Во-первых, вот люди узнали, во-первых, о настольном теннисе «Шоудаун». Да? Он только у нас в республике развивается и набирает темпы. Есть вот люди, в частности, Павел Сафонов, с кем я познакомилась из города Кумертау. Он вот много сил вкладывает в развитие вот этого спортивной игры «Настольный теннис». И, естественно, наш самый активный участник Владислав Глухов стал, можно сказать, даже знаменитым не только нашим, нашей республике, даже далеко за ее пределами. Он и сейчас ездит на чемпионаты в другие города. И, во-вторых, хочется сказать, благодаря вот этому проекту о нас узнали многие. Вот, например, приехали к нам люди из города Ижевск, из города Сарапул, из города Нефтекамск. Значит, у нас друзья появились, и у нас сейчас тесное взаимное сотрудничество продолжается. Несмотря на то, что мы завершили реализацию этого проекта, на этом мы не будем останавливаться. Наш самый основной партнер – это Центральная районная библиотека. В этом направлении волонтеры, работники Центральной библиотеки будут продолжать эту работу. Шылық вақытта екенсі қатта кубик, рубик ею бойынса мастер-класс өтті. Қатнашысылар ұзыр қыдықыну менен шашқы хәм доминола ойнаны. Я второй раз, 1 июля, день всенародного голосования здесь побывал. Вот сейчас приехал, вот послушал. И у меня обращение к людям с ограниченными возможностями, то бишь к инвалидам. Не сидите дома в четырех стенах, в своих комнатах, в своих домах, в своих квартирах. Выходите в люди. Будет для вас очень что-то вы новое узнаете. Кто-то найдет свою половинку, кто-то еще другие впечатления. Жизнь не заканчивается на этом, что ты инвалид. И к нам отношение уже изменилось. Там было прохладное отношение. А сейчас каждый, даже детский садик ходит, ребенок помогает, не даст тебе упасть, проведет тебя туда, куда тебе нужно. Я считаю, что проект нам очень помог. Вот, мы получили позитив, вот, энергию с этого проекта, знакомство. И надеюсь, что будет продолжаться этот проект. Вот, он вытащил меня из дома, так сказать. Вот, собираемся, играемся. Я захотел ездить, соревноваться, показывать себя и, опять-таки, это общение новое, знакомство, вот, новые люди. Вот, так что хотел посмотреть на других и себя показать. Ең үсілер диплом хам бүләктер менен бүләкленді. Қатнашушылар хам қунақтар айтыуынсы, бүті бүләктергелі хайбет бонус болып, яқшы кейіп хам әудім тұрмыш менен ешерге тілек болды. Заманса видеосистемалы фибра колоноскоп район Үдәк дауаханасына июль башында қайтты. Был вақиға медицина қызметкерлері үсіндә һәм шулай күп ханлы яңа олылар үсіндә бик күтілген болды. Яңы құрамал үз вақытында полип, тура, ісәк, рагы кеуі қорқыныс ауруларды асықларға ярдам итә. 24 июль тикшерену үсін бірінсі пациенттар яҙылған. К нам поступают больные, обращаются на исследование с подозрением на онкологию, на кровотечение, на любые другие проблемы, связанные с толстым кишечником. Записаться можно через специалиста, через электронную запись. Новый аппарат позволяет непосредственно, благодаря наличию экрана, более объективной визуализации толстого кишечника, записать на флеш-карту и для дальнейшего консультации с другими специалистами. Возможно,
дополнительно и оперативное лечение уже, удаление полипов, образований в толстом кишечнике, проведение лечебных процедур. Для прохождения этой процедуры необходима тщательная подготовка толстого кишечника, выполнить все требования по очистке толстого кишечника. В противном случае исследование будет проведено не так тщательно ввиду плохой визуализации. Башқырт ихаталары республика проекты сектарында біздің қалала ихаталар территорияхын түзікләндіру бойынса іштер дауам ете. Худайбердин урамының 36-42 юрттары ихаталарында іштердің бір үліші тұмамланған. Әмі проекттің ең сағы үліші әлі алда. Өзінің арт объектін еші рассам Ридал Бадреддинов яхай. Тез арала көз алдында башқырт эпосынан сюжет туа. Идеяның барлыққа келуі һәм іш несек тамамланасақ турасында автор өзі һөйләп үтті. Идею подкинула главный архитектор города. Все-таки это как сказочный персонаж. Здесь у нас Батыр из легенды башкирских сказок. Также его верный конь. Башкирские орнаменты. И также была идея написать орла. И также утвердили орла. Он будет на крайней стене. Будет синее небо и летящий орел. Многие подходят, фотографируются. И всем очень нравится, я спрашиваю. Также вот эту вот картину мне помогали друзья рисовать. И одногруппники по колледжу, по школе. Но их сейчас нет. Тоже работают. Все заняты. Приблизительно 2 месяца вот это вот все создать. Вот этот вот проект мы сделали примерно за 3 недели. И еще предстоит работать 2 недели. Потом перейдем на следующую стену и будем рисовать уже орла. Башқұрдыстан республикаһы дәүләт телдәрен һәм Башқұрдыстан республикаһы халықтары телдәрен һаҡлау һәм үҫтереү дәүләт программаһын тормошҡа ашырыу маҡсатында Мәғариф министрлығы һәм Башқұрдыстан республика фәндәре тарафынан 2020 йылдың март-апрель айҙарында рус теле һәм әҙәбиәте, башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеттарын мультимедиа комплекстары менән яһазландырыу өсөн һайлап алыу конкурсы үткәрелде. Конкурс һөҙөмтәләре буйынса еңеүселәр булып 32 уҡыу йорто иғлан ителде. Улар ханында Яңауыл лицей ала. Хәҙер бында яңы ҡорамалдар ҡуйыу эштәре бара. Конкурс выиграли по ряду причин. Одна из них – это самый большой охват учеников района именно в лицее. С 1 по 9 класс ученики лицея все изучают башкирский район. И родной башкирский язык, и государственные башкирские языки. Поступила пока интерактивная доска, короткофокусный проектор. Ожидается поступление в августе МФУ, принтер, сканер, копир и ноутбук для интерактивной доски. У учителей уже большой опыт, тоже свой опыт создания таких вот интерактивных элементов на уроке, использования интерактивных элементов. Мне кажется, интерактивная доска здесь только им в помощь. Всем на доске рукой писать. Здесь уже ученики сами выходят, выполняют задания прямо на интерактивной доске. На этом только не хотим остановиться, но хотим вовлечь в изучение башкирского языка и желающее взрослое население Янаулы. Ошының менән яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда һеҙҙе һауа торошо көтә, һау булығыҙ. Дүртенсе август көнде яңауылда һауа торошоның болотлы булыуы, бер аҙ ямғыр яуы көтөлә. Ел төньяк-көнбайыштан 3-5 метр секундына тиклем. Атмосфера баҫымы 752 миллиметр. Хава температура хатында плюс 14-16, күндіз плюс 19, плюс 21 градус. Республикала ғадаттен тыш халдар министрлығы мағлюматтары бойынса аязлы болытлы, урыны менен қысқа вақытлы ямғыр болуы күк күкрау күтілә. Ел күньяқ күн байыш, түньяқ күн байышқа көсеусен 7-12 метр секундына, күк күкрагенде 15-20 метр секундына теклем.
Хауа температурасы түнде +12, +17, күндіз +22, +27 градус. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Алло, полиция! Здравствуйте! В школе 97-61 находится бомба! Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать? Или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело. Сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится.